Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Козырное место». Приятного просмотра. Сюжетные линии сериала. Районы города делятся на спальные, где кроме высоток коробок со спальными квартирами и нет ничего, промышленные, где располагаются почти все производства, развернутые в черте города, культурные, зачастую находящиеся в центре города, так называемых старых частях города, и фешенебельные, самых спокойных и престижных, житель которого составляют элиту жилого поселения. Работа полиции существенно отличается от района в район. Плотность заселения спальных районов самая высокая, и преступность на местах просто зашкаливает. В фешенебельных же районах наоборот, она вроде есть, но из-за принадлежности преступного элемента к элите города на преступление просто закрывают глаза. Нередко бывают случаи выезда контингента из района в район, кто за острыми впечатлениями, кто за наживой, кто просто отдохнуть. А одну такую, искавшую приключений, спасает Сергей Коваль. Человек прямолинейный и честный, привыкший к жестокости преступного элемента. В качестве награды ее отец, человек высокопоставленный и влиятельный, организовывает перевод героя в элитный район, на так называемое козырное место. Однако служба там не такая, как в спальном районе. Сотрудники ездят на дорогих автомобилях, их форма пошита на заказ и стоит как полугодовое жалование того же Коваля. Часы и гаджеты намекают на невозможность их приобретения, их на честную зарплату рядового оперативника, и работа у них в корне отличается от привычной Сергею. Они следуют всем указаниям начальства, являясь больше украшением города, чем действительно полицейскими. Такое положение вещей коробит главного героя, и он быстро становится белой вороной среди своих коллег. Однако вскоре становится ясно, что в рафинированном обществе элитного полицейского участка просто нет такого человека, который смог бы найти убийцу, орудующего в элитном районе. Вернее, не было. До появления там Сергея Коваля. Ожидать выхода второго сезона телесериала «Козырное место» стоит осенью 2022 года. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.